Всем привет, и так мне пришла автопоилка для кроликов. Стоимость одной штучки была где-то в районе 50 рублей. В таком пакетике. Короче, ножик я с собой не взял. Буду распаковывать. Так, видим. Вот автопоилка. Честно говоря, не подходит, но сюда девается шланга. Я потом покажу вам, как это делается. Так, у меня фокус теряется. Вот это девается на клетку. И вот так в натяжку. С этой стороны кролик пьет. Такое вот приспособление. Единственное, что мне не нравится, что походу она не разбирается. Так, и так все, копилка подключена. В принципе, я думаю, она быстро будет. Нажимаю на кнопочку, полилась вода. Все. Она не течет. Шланги тоже, кстати, я потом промою, сейчас только не до них. Я серьезно хотел поставить, думал, типа фильтра. Не знаю, как оттуда тропа берется. И вот она засоряет шланги. И поэтому ломаются поилки. А вот эти гаврики, но у них почему-то не ломаются. Почему поилка не ломается, а? Ты скажешь, нет? Ух ты, тут какой-то. Быть хочет. Ну ладно, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.